Приехали смотреть помещение для еще одного небольшого нашего проекта, о котором я расскажу вам позже. Здрасте. Ну, расскажите что-нибудь. Что рассказать? Помещение 112,6 квадратных метров. Это у нас вместе со стеной. То есть плюсом толщина стены. То есть в чистую где-то здесь в районе все-таки 106-108 квадратных метров. Весной у нас был потоп. Из-за того, что у нас водоотливная система, которая идет по внутренней стороне, не сработала должным образом. У нас потом приходили ребята, которые все это дело почистили, ну сейчас все сухо, но картина какая есть. Ну надо будет там что-то менять, да? Сейчас уже нет. То есть все получилось таким образом. Тут два момента. Ну, душевые тут можно, да, сделать? Да, конечно. Это все, ну, гипсокартон. 4,5 метра, это у нас там, да? 4, да, там, все правильно. Это полностью до бетона? Нет, это до Байкала, вот до этого, до подвесного, от него еще, то есть мы туда мерили, как-то, электронная рулетка там какая-то лазерная, вот ей мерили, 4,5 мы считали. А там еще плюс на 30 сантиметров. Не проблема. Это что такое маленькое? Ну, они что-то гардеробное какое-то делали. Кабинет хотел эти маленькие. Тут тоже, да, проведено? Да, тут тоже заведено, также отключено, также здесь опять же все будет делать. То есть вот унизаться можно, то есть еще. То есть. Что тебе такое? Не могу сказать, стучали, вроде пустота, может что-то там еще есть, но вроде... Ну, вряд ли это просто декоративная штука, да? Ну, да. Тут же можно окошко сделать туда, да, будет? Это же... Это вообще все можно убрать. То есть, как бы тут... Ну, что хотите, то и делать, как говорится. Так, если тут... раздевалка. Тут... По документам нежилое помещение, обременений никаких нет. Я имею в виду, как бы все подготовлено. По деньгам ему надо сразу всю наличку. Ну, при подписании можно что-то по долгосрочке, не знаю, так все обсуждается. А на какую сумму он примерно может продвинуться? За 4, например, миллиона. Последний раз. Что-то мы разговаривали, какая-то у нас цена была. А, мы тогда стояли 4,5, и тогда мы проговаривали про цену 4,200. Это я вот точно знаю, то, что она готова была отдавать Марина Владимировна. Потом мы снизились до 4,300. То есть, ну, я думаю, что, наверное, возможно. Это девушка, да? Это женщина. Женщина. Все, в принципе, все понятно. Спасибо. Да, я что. Жду там. До свидания. Да, я завтра все. Ну как вам, ребятки? Нравится? Почему ребятки? Что вы множественным говоришь? Ребятки. А что ребят смотрят?